Сегодня мы приехали в родной город Бийск. Он цветет и пахнет. Май. Тут все расцвело. Все возможные сирени, черемухи, вообще все подряд. Все зелено. Когда мы буквально вчера, позавчера были далеко в горах, там еще весна даже не началась. А тут прямо натуральное лето. И решили прогуляться по кварталу, посмотреть, как он выглядит. Уже зацветает липа. Наверное, самое приятное время года здесь, по крайней мере. Очень хорошо пахнет сирень. Мне кажется, у нас в Ленобласти она не так вкусно пахнет, как здесь. Ну, может, она просто там еще не распустилась толком. А здесь нелюбимые тобой одуванчики, но они тут не такие пышные, как у нас там. Так себе одуванчики. Несерьезные. С ними вообще побороться легко. А там мы боремся с трудом. Вот. Цветет сирень. Вот она. Сейчас пойдем к своему дому, где мы жили раньше. Посмотрим на него. Как он выглядит. Ну вот наш дом, где мы раньше жили. Знакомый клен. Что, перейдем дорогу здесь? В неположенном месте. Машин не так, ну, вообще машин много все равно, на самом деле. Один человек припарковался как-то не очень хорошо. А вон, кстати, горит лампочка. Да, свет. То есть там кто-то что-то делает. И можно даже зайти посмотреть, что там происходит в нашей квартире бывшей. Ну, мы сейчас, наверное, пойдем к соседям. Сходим. Повстречаемся с ними. Видишь, как тут? Вот подъезд знакомый. Но мы не взяли даже ключей от двери, хотя они наверняка площадка рядом с нашим бывшим домом. Детская, очень хорошая. По-прежнему все так же, как и было. Сейчас посмотрим на речку Би. Вот эти деревья, которые растут за нашими бывшими окнами. Еще немножко подросли. Мне кажется, вот это яблони стало больше. Клен стал выше, сирени много. В общем, все такое знакомое, как не уезжали. Но балконы наши застекленные никто не менял. Так они и остались. А ремонт там происходит. Слышно, как там стучат отбойные молотки. Вот, что-то там делают. А вот наша река Бия, она разлилась сейчас. Поднялась вода. И, конечно, вид из окна, из нашего бывшего, на реку, он хорош. Особенно весной вот так вот посмотреть. Облака, шашлыки жарят на той стороне. В общем, красота. Сейчас пойдем по кварталу. На квартале в прошлом году еще, наверное, сделали ремонт дорожек. А еще был такой полуразрушенный асфальт. А сейчас все выложили плиточкой аккуратненько. Все так получше немножко стало. Вообще, когда мы проезжали по городу, самое большое, наверное, строительство, которое мы видели, чего не было год назад, это было именно в районе нашего квартала. Там что-то появились новые здания красивые, что-то отделали, что-то еще строят. Так что немножко он, хоть чуть-чуть, но развивается, да, наш квартал. Наше самое любимое место в нашем городе, родном. Появился киоск чистой питьевой воды. Такого раньше у нас не было на квартале. Прям как в каком большом городе. Очень непривычно. А все остальное так же. Вот как будто бы мы вчера тут гуляли. И все точно так же. Может быть, деревья чуточку подросли по сравнению с тем, что было. А вот торговый центр, и перед ним фонтаны пляшущие. Что там тебе твой Петергоф? У нас тут свой Петергоф с фонтанами. Качелей не было, это вот новое раньше. Вот. А вечером еще есть, да, подсветка. Еще подсветка разноцветная. И вот такое тут у нас красота. Мы еще потом в торговый центр сходим, кое-что купим. Того, что больше нигде не купишь. Наша бийская достопримечательность. Рыбак называется. Вообще-то это памятник Герману Титову. Второму космонавту. Да, космонавту. А сзади и по бокам сирень цветет. Сейчас мы пойдем попробуем немножко по лесу пройтись. Еще одна достопримечательность – это купол. Зеленый наш купол.
Планетарий. Да, планетарий это вообще-то. Ну тут идут ремонтные работы какие-то. Что-то делают, площадки какие-то. Из нового для нас построили несколько спортивных площадок в лесу. Здесь был просто пустырь. Сейчас вот развиваем. Вышли к реке, к Бии. Она сейчас разлита широко. Поднялись воды. Сегодня очень приятный день, теплый. К вечеру уже будет жарковато. А завтра и вообще в ближайшие дни здесь ожидается просто адская жара. До 32 градусов. И очень хорошо, что мы уедем к себе на север в прохладу. Но на Бию-то надо было посмотреть. Ну, по-моему, не было раньше вот этой раздевалки. Что-то тут был недостаток, что раздевалки не было. Пляжной. Была? Потом не было. А может, они просто их заменили? Ну, люди загорают. Но купальников мы не взяли. Вода, конечно, холодная. Это ж Бия. Тем более сейчас народ разлив, народ уже загорает. Немножко пройдемся вдоль реки. Вот в нашем лесу на АБ, известная под названием Маяки, горка. Так вот она немножко выше и круче, чем горка в парке. Тут и репарки, где мы катаемся на горных лыжах зимой. Так что здесь мы хотя бы даже на квартале уже видим какие-то хоть горы. Конечно, у себя в Ленобласти мы их не видим. А тут есть. Ну, цветущие яблони. Вообще, в самое лучшее время приехали. Все цветет, все пахнет. А, да, цветочек синенький. Вон их много, смотри. Цветы, цветочки. Везде. Ну, вот эта горка прекрасна, конечно, для катаний, но катаются с нее только ну, на чем-то таком, на дутышах. Либо на сноубордах катаются, потом поднимаются наверх пешочком. Нету тут подъемника. А вот если бы сделали, было бы вообще круто. А вот цветочки. По этим горкам очень полезно бегать. Буквально несколько лет назад, совсем недавно, я сама это делала. Была такая еще молодая, с небольными коленками. Сейчас потихоньку поднимаемся. Ну, вы, конечно, понимаете, что мы не могли не найти грибов. Вот они, грибы. Сомневаюсь, что их можно есть. Вот мы едем в Бийске по улице Васильева. Проезжаем площадь, как она у нас называется? 9 января? Вот. По-моему, за год здесь ничего особенного. Васильевский пассаж проезжаем. Ну, за год ничего не изменилось, только стало больше машин. Вот гораздо больше, вот их видно. Прямо вот они все забили тут. А так, в целом, все то же самое. Прекрасный весенний день, цветущие деревья. Давай, покажи, как ты взаимодействуешь с сумкой. Бац! Ну интересно, интересно же. Я его снимаю. Не скромно. Новый предмет. Котик изучает новый предмет. Сумку принесли ему. Интересную. Кот. Хотите попасть на YouTube? На прощание мы проехали по понтонному мосту. И я разлилась. Едем уже в аэропорт. Сейчас вот тут пляж они организовали. Купаются. Дикий пляж. Ну, вот да, да, справа. Да. Народу много собирается. Хорошо прям. Песочек. Пошли на взлет. Вон там Бабырган. Надо бы его снять с высоты. Пока что мы просто едем.
пролетим, конечно, не над ним, а в сторонке. Но все равно мы сейчас, наверное, на его высоте примерно находимся. Поднимаемся еще выше. Но внизу какие-то сады. И летим вон к тем полям. Теперь, о нет, заворачиваем, облетаем Бабырган.